пациент, короче. Нет, он... Это инвестиционно вот на руками нельзя вообще брать. Кого? Вот это вот. Почему? Ну, потому что портится. А, да? Ну, этика похрену надо. А это типа свеженькая, но из-за этого? Ну, она, короче, не сделала лапать. Я вот у вас, по-моему, такую увидел, да? Вот тоже вот. Или похоже? Обычно, да, такие же, наверное, у нас тоже не стоит, там, 3000. Да, ну, в серебре же они все, да? Так, тут тертые. Любые. Ну, тоже там до 3000. Угу. Рублей 800, это рублей 300. Ну вот я его это, вот он у меня сейчас несколько взял, я вам сейчас говорю, вот он такие вот хочет собрать, да? С пятерок там по рублю, я говорю, слушай, ты у меня что хочешь, где ты наставишь? Если он не... Он там книжку завел. Какой там год? Здесь 30-й, по-моему. Но у меня есть список, чего... На, еще один. Моему отбиле подарок, знак отдать. От души. На ценник ему еще так подгонишь от меня. О, отлично. Он там все, альбомы я ему взял. Там вообще все посерьезнее, он меня загуливает. Нет, молодец. И медные еще там пошли. Тоже вроде рубль, 3, 5, 2, рубль, 2, 3, 5. Вот еще ему антикова, да? Пусть он изучает. Боны тут еще. Короче, он мне уже на... Боны? Рублей на 200 расчехлил он мне уже. Это же хорошо. Ну вот он на эти нашел. Я просто... На, радуйся. Может, вы, ребята, понимаете? Радуйся, что он тебя расчехлил. Да, радуйся. Сейчас я еще банкноты возьму. Ну, привет передам. Покажешь потом видос, у меня везде все записано. Да, я вам все, у меня там уже тоже подписался. Привет, передай от меня. Да, сейчас. Где он зацепил? Банкноты он собирать хочет. Ну, он уже насобирал там целый альбом. Вот такие вот тоже насобирал. На, смотри. Наши, которые... Так, десятка. Царская пойдет ему. Так, давай ему четвертак дадим еще. Четвертак. Вот, короче, вот, вот, может, вы знаете, вот здесь вот он настоящий приедет. А что это? Ну, какой-то, я не знаю, чат какой-то там, ребята. Друг, я в эту херню не участвую, вот это вот, блядь. Аферистические моменты, там, вот это их разводы, там, мне это не нравится. Ну, вот он это. Там, это все делают и делается, там, чтобы нажить где-то, заработать где-то, что-то там. Ну, все же хотят заработать. Ну, заработать. Не, главное, чтобы честно зарабатывал, да, понимаешь? Вот еще. Короче, сегодня у него кайфовый день будет. Все хотят быть этими. Вот смотри, все хотят вот такими быть мавродиями, но не получается. О, вот таких он тоже там набрал. Короче, все, сам приведешь его сюда, я ему больше дам. Все, от души, по другому не хватит. Затянуть его сюда будет. Да. Так. Это у нас римская империя. Да. Что ты хочешь от меня? Где взялся на мою голову? Дядя Тимур. Скажи, да, привет ему от меня передай. Вот видосы запишу, увидит, может, выложу. Пересылает. Да. Со значками он пока не стал морочиться. Вот пока это. Я бомб тоже тормознул. Пока по монетам. Монетки. Получай, друг, лучше айфоны, монеты и что-то собирать, инвестировать, чем собирать это современной херней и какие-то там тигенцы. Ну вот я ему тоже так сказал. Непонятно. Давай, удачи.